В эфире телеканал АБА информационная программа, в студии Наталья Литвиненко. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Праздничный парад в честь Дня Кубанского казачьего войска. Лабинцы приняли участие в одесских торжествах. Молитва, крестный ход и митинг. В день Покрова Богородицы городское казачье общество отметило несколько дат. Кубанские казаки отметили День Кубанского казачества, 321-ю годовщину со дня его образования и 225-ю годовщину освоения кубанских земель. Празднование этих дат состоялось в Армавире, там присутствовала и делегация из Лабинского района. 14 октября казаки отметили 321-ю годовщину образования Кубанского казачьего войска, 225-ю годовщину освоения кубанских земель, а также 175-летие образования первого лабинского генерала ЗАСа полка Кубанского казачьего войска. Праздничные мероприятия состоялись во многих районах края. В них приняли участие тысячи кубанцев. Лабинский казачий отдел собрался в Армавире. Делегацию Лабинского района возглавили заместитель главы района Василий Клюев и атаман районного казачьего общества Игорь Юренко. На центральной площади города организовали массовые гуляния с выступлением творческих коллективов. Открыли казачьи курени. На столах у хлебосольных казаков каравай, традиционные блюда кубанской кухни, предметы народного творчества. Рады присутствовать на этом прекрасном празднике. Праздник казачества. Также работники Центра культуры и досуга станицы Вознесенской подготовили замечательную выставку. Выставки прикладного искусства. Подготовили концертную программу. Подрастающее поколение, конечно, должны помнить и знать все эти традиции, казачьи традиции. Все казаки Лабинского отдела, это 6 районов, прибыли сюда для прохождения парада. Ну и для празднования такого знатного мероприятия. С праздником всех поздравляю. Дня Кубанского казачества. Желаю всем крепкого здоровья, успехов и всего самого хорошего. Хотелось поздравить казаков и казачек с праздником. Пожелать всего самого хорошего, благополучия, мирного неба. С праздником еще раз всех. Почетным гостем праздника стал первый заместитель атамана Кубанского казачьего войска Николай Перваков. Он поприветствовал казачьи сотни и поздравил с Днем Кубанского казачества. Я сегодня с гордостью могу отметить, что Кубанское войско сегодня единственное, которое имеет свой праздник на территории России среди 11 реестровых казачьих войск. Сегодня мы единственное. Регион единственный, кто принял такой закон о праздновании Дня Кубанского казачества и Дня Кубанского казачьего войска. Мы с вами заняли сегодня первейшие позиции по всем направлениям государственной службы, и мы ее несем в полном объеме. Сегодня Кубанское казачье войско единственное, которое может сказать, что мы не только работаем со взрослыми казаками, но и совсем недавно казачье образование достигло такого уровня, что мы совсем недавно с вами создали Союз казачьей молодежи Кубани, который насчитывает 85 тысяч молодых казачат. Это очень здорово. Это говорит о чем? О том, что у нас с вами будет будущее, будет перспектива развития. Казаков поприветствовал и атаман Лабинского казачьего отдела Виктор Верзунов. Он доложил о результатах работы отдела за последний год. За год мы проделали большую работу. К нам пришли в общество молодые, новые, энергичные. У нас увеличилось количество казачьих классов с их наставниками. Приоритетом для нас является воспитание молодежи, образование, патриотика, православие. По традиции лучших казаков на празднике наградили. Им вручили медали и благодарности. Завершилось мероприятие парадом. По площади строем прошли казаки районных обществ, кадеты, учащиеся казачьих классов и групп. Татьяна Щукина, Игорь Исаков, телекомпания «ЛАБА». В минувшую субботу казаки Лабинского городского общества отметили несколько юбилейных дат. Праздничный день начался с богослужения в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Десятки прихожан с утра 14 октября пришли в Успенский соборный храм. Там состоялась праздничная служба в честь Покрова Богородицы. Провел ее благочинный Лабинского церковного округа.
колокольный звон известил о начале крестного хода. Колонна казаков вместе с верующими отправилась к городскому парку. Там у памятного креста в честь погибших казаков состоялся митинг. Уже более 300 лет для всех казаков праздник Покрова стоит на особом месте в череде православных праздников. После победы казаков над турками под городом-крепостью Азовом Пресвятая Богородица считается покровительницей казачьего войска. Именно поэтому день образования Кубанского казачьего войска празднуется 14 октября. Господин атаман, казаки и казачата Лабинского городского казачьего общества в ознаменовании 321-й годовщины основания Кубанского казачьего войска построены. После исполнения гимнов России и Кубани благочинно служил панихиду по погибшим в годы Кавказской войны казакам. Затем отец Александр обратился к собравшимся. История нашего Отечества, нашей родной Кубани, в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы, мы только что совершили Божественную Литургию, мы помолились Пречистой Божьей Матери, чтобы она не оставляла нас по своим материнским предстательствам, покровам. Исполняющий обязанности главы города в этот день в казачьей форме Александр Семеряков передал поздравления от главы. Позвольте от себя лично, от главы города Лабинска, Алексея Николаевича Матыченко, поздравить всех вас с сегодняшним праздничным, очень знаменательным днем для всей Кубани, для всей Российской Федерации. Сегодня Русская Православная Церковь отмечает великий праздник Покров Пресвятой Богородицы. Сегодня день образования Кубанского казачьего войска, 321-я годовщина. Во все времена казаки являлись защитниками Отечества, семьи, тружениками. И сегодня Кубанское казачье войско является примером, наверное, для всего российского казачества, потому что есть возможность и пример, что сохранены традиции, культура, самобытность. И сегодня кубанские казаки защищают, воспитывают семьи, и если надо, пожертвуют собой. И такие примеры уже сегодня есть для защиты своего Отечества. Я желаю, уважаемые друзья, всем нам и всем присутствующим, вашим семьям здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над нашей головой. Всего самого-самого хорошего, уверенности в завтрашнем дне. И, конечно, самое важное, что делает сегодня все войско кубанское, это воспитание подрастающего поколения. Это наши с вами дети, которые завтра пойдут, вырастут, будут защищать, работать, трудиться в различных направлениях. И самое важное, что сегодня эта работа проводится от чистого сердца и с большой любовью. Еще раз примите самые наилучшие поздравления с праздником, веры вам, в себя, в наше великое государство. С праздником! Всего доброго! Казаки отметили несколько юбилейных дат. Это прежде всего 225-летие освоения кубанских земель и 175-летие первого лабинского генерала ЗАСа полка. На этой дате сделал акцент городской атаман. Хочу особо отметить дату 175-летия образования первого лабинского генерала ЗАСа полка. Мы сегодня с вами собрались на самом святом для каждого лабинчанина месте. Здесь стоял храм первый, который построили казаки. Здесь у этого памятника проходили все торжественные мероприятия для казаков столицы Лабинска. Здесь мы поставили баннер, на котором перечислены имена казаков-лабинцев, основателей нашего города. С праздником вас! Всего самого наилучшего! Церемония награждения – традиционная часть праздничного митинга. Лучшим казакам и казачатам заслуженные награды. Глава города отметил и наградил достойных почетными грамотами с формулировкой «За высокую гражданскую позицию, активное участие в сохранении и развитии традиций кубанского казачества, большой личный вклад в духовно-нравственное возрождение общества и в честь празднования Дня кубанского казачества». Памятным нагрудным знаком 175 лет первому лабинскому генералу ЗАСа полку Кубанского казачьего войска. Атаман городского казачьего общества наградил 15 человек.
Среди них войсковой старшина Николай Редько, сотник Александр Семеряков и полковник Михаил Аненко. Высокую оценку получили и юные казачата. Нагрудный знак «Казачонок Кубани» и благодарности городского атамана за верность казачьим традициям, почитание доблести, чести предков и любви к родине вручили лучшим казачатам Лабинска. Школьники также приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику. Атаман, почетные гости почтили память погибших. И все же это праздничный день, а потому как без казачьей песни? Несмотря на моросящий дождь, состоялся небольшой концерт народного ансамбля «Забава». Людмила Никонова, Георгий Сопов, телекомпания «Лаба». Это все новости. А сразу после рекламы Ирина Бирюкова познакомит с прогнозом погоды. Всего доброго. До свидания.